оперативно про маркетинг і продажі житла від учасників Red Community. Двадцатый год для меня и моей компании, я представляю компанию Real, корпорацию нерухомости Real. Год закончился хорошо, на мажорной ноте, ни одна наша стройка не была остановлена, продажи шли. По темпам строительства мы четко в графике, что немаловажно. Мы с весны не останавливали стройки, и, в принципе, это нам позволило не вывалиться из графика всех работ. Если говорить конкретно про продажи и про лидов, да, что как бы предшествует продажам, то, в принципе, год прошел ожидаемо, несмотря на карантин. То есть все сезонные всплески, характерные для 2019-2018 года в обоих городах, Real работает и во Львове, и в Киеве, прошли предсказуемо. То есть если говорить там про задачи маркетинга и продаж, то, в принципе, мы выполняли и продолжаем выполнять наши планы. Вот. И глобально на 2021 год мы смотрим, ну, как бы не в розовых очках, но как бы в нормальных. У нас нету там каких-то серьезных проблем или вещей, которые нужно там как бы срочно исправлять, улучшать. Про тенденции, про то, как мы их видим, допустим, ноябрь-декабрь, да, конец года, или же можем взять там с сентября по декабрь. Вот. Естественно, сезонное обострение, сентябрь-октябрь, небольшое плато, ноябрь, и с начала декабря все, кто не успел, скажем так, а, вложить денежки, б, от самого себя эти денежки спрятать, чтобы, не дай бог, не потратить, да, все, кто хотели зайти в стройку или же купить при 100% оплате, они это сделали в декабре, часть людей перенесли как бы заключение, именно как бы физическое подписание договоров на январь. Вот. Но в целом, по тому, что мы видим, и по тому, что видят наши продажи, мы понимаем, что платежеспособный спрос остался, людям все так же нужны квартиры, люди инвестируют в жилье для себя, для своих детей, и есть определенный спрос, естественно, спрос зависит и от города, и от комнатности, да, то есть как бы однушки, как раньше разбирали, так и разбирают. Двушки-трешки, как шли лучше, чем там 4-5 плюс с террасами двухуровневые, так и идут для жизни, но мы заметили, что, в принципе, инвестора уже спокойно и хорошо относятся и к двушкам, и к трешкам. Просто очевидно, я так для себя это вижу, как маркетинг, сценарий накопить хоть что-нибудь, вложить на котловане подешевле, начать делать ремонт, когда дом сдали, сдаем в аренду за 5-6 лет, 7-8, у кого как, кто что брал, грубо говоря, и на какой фазе, отбиваем, и потом мои дети переезжают туда жить. Все, у меня как бы одной проблемой меньше. Вот этот паттерн мне очень нравится, потому что я тоже отец, вот, и я как бы четко понимаю там ту модель как бы сохранения денег в нашем неспокойном государстве, которое может быть. Вот, соответственно, вот этот паттерн, как я уже вижу, он потихонечку переходит и на двушки. Если говорить про людей для жизни, то, конечно, самым большим спросом традиционно пользуются однушки, которых в портфелях всех застройщиков, в принципе, основных достаточно. Как бы цены потихонечку растут, естественно, на разных объектах по-разному, в зависимости от этапности, но я бы не сказал, что рынок к этому не готов. То есть все текущие цены на наши объекты и в Киеве, и во Львове принимаются нормально. Вот, опять же, по устоявшейся традиции, Риэл практически не делает никаких там особых сейлов, черных пятниц у нас не было, хотя мы очень хотели, но мы просто поняли, что у нас особо даже и продукта с какими-то там безумными скидками нет. Вот, и поэтому таких как бы колебаний сильных, там цена была вот, а она там эти там две недели стала вот, не было. Вот. Поэтому цены на уровне. В 2021 год мы входим с хорошим запасом лидов, который у нас появился в декабре и за время праздников. Вот. Мы отключили на пару дней буквально лидген в Гугле и Фейсбуке на вот эти там первое, второе и там, по-моему, шестое, седьмое. Нет, первое, второе, третье. Три дня. У нас было отключение лидгена, это так, это как бы для тех, кому интересно. Но все равно все лиды падали в мессенджеры, в телеграм-боты, в чаты и так далее.
Вот, и всех этих лидов мы подхватили в первый рабочий день, и вот как бы сейчас с этим работаем. То есть недостатка лидов в воронке у нас нет. Что дальше? Прогнозы на 21-й. На самом деле, все, что мы увидели в этом 20-м прекрасном году, на самом деле, там, кому как, да, там, кто успел заболеть ковидом, это было в 20-м все. 21-й вхожу чистенький, красивый, с определенным иммунитетом и антителами, да. Но 20-й, в принципе, как я уже говорил, прошел позитивно, хорошо. 21-й, что мы видим? Локдаун, не локдаун, объявили, слава богу, что там после 25-го не будет дальше локдауна, будет адаптивный карантин. То есть как жили в 20-м, так и будем жить. Дети будут рождаться, люди будут уезжать части на заработки куда-то. По-любому мы видим, что доля людей, которые остались во Львове и работали, скажем так, на территории Украины по сравнению как бы, с тем, что было в 19-18, она увеличилась, но это не критично. То есть какие-то лазейки, там, как бы, пути у людей работы там есть. Вот, соответственно, эти как бы, наши самые любимые гастарбайтеры или заработчане вот, традиционно в декабре и в январе тратят деньги на инвестицию в свою будущую квартиру. И мы понимаем четко, что февраль, январь-февраль, естественно, будет легкое затухание, март-апрель, как обычно, традиционно пойдет чуть-чуть увеличение спроса, вот, и мы на этом спросе там, дотянем, я думаю, что до майских, до Пасхи, вот, ну, как бы там, как оно будет. Вот, и, соответственно, дальше все, опять же, на этих же паттернах. То есть май прожили, лето пережили отпуска, вернулись в сентябре и дальше поехали. Понятно, что общая ситуация в стране, там и политическая, и эпидемиологическая, она как-то будет влиять на все это. Вот. Но для меня это больше как бы общая погрешность по рынку, нежели тренд какой-то. Потому что отделы продаж абсолютно всех застройщиков научились работать на удаленке, клиенты научились приезжать под записи, желательно не опаздывать в пробках, если им это нужно действительно. Да. Время консультации мы видим и по телефону, и в отделе продаж не сократилось. То есть это как бы главные, да, тренды, которые мы видим, что в принципе инвестора, которые составляют у разных ЖК разную долю, да, они остаются, и у них есть приток денег, и они будут продолжать инвестировать. Вот люди, которым нужно для жизни, да, они стали чуть осторожнее, да, они чуть-чуть дольше принимают решения, да, им чуть-чуть дольше нужно аккумулировать сумму либо первого взноса, либо 60, либо 100. Вот, поэтому тут уже эти нюансы на рынок влияют не сильно. Главное, что продажи есть, договора заключаются, и дома строятся.